Неизвестный мужчина попытался похитить 10-летнюю девочку во время прогулки у школы. Ребенку удалось вырваться, а нападавшему сбежать. Какой-то дядя подходит к одной четвероклассницей девочки и пытается ее увезти со школы. Как-то уговаривал. Я даже не знаю, как. Девочка плакала, она напугалась. Он ее схватил за руку. Мы подошли, и он бок, и все нашел от всех учителей. Мужчина убежал, мы не успели ничего сделать. Все подробности сегодня в 7 вечера в программе «Кстати» на телеканале Че.